29 октября – это Всемирный день борьбы с инсультом. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, по каким признакам можно определить, что у человека возможно инсульт? Перекашивается лицо, рот, плохо работают руки, гримасы какие-то. Это самые первые внешние признаки. Честно говоря, сложно сказать. По-моему, что-то с кровью, с тромбами или что-то такое, вот это как определяющий фактор. Ну, я так не интересовалась, не знаю. Физиологически. Какие-то симптомы определенные. Ну, а какие именно признаки? Можете их перечислить? Нет, я не имею медицинского образования. Начинают неметь левая рука. Может и правое неметь, может занеметь лицо, человеку становится плохо, в общем-то. Но иногда бывают такие ситуации, что человек и не может подозревать, что у него инсульт, в общем-то. Все зависит от переносимости организма. Не знаю даже, не могу подсказать ничего. Человек не может поднять одну из сторон, которая поражена, улыбка несимметричная, ну да, такие проблемы. Может, сердце там упало, замерить давление такое, наверное, что пульс, вот так. Признаков не оглашали, как бы не сталкивался с этим. Голова кружится первое, потом это самое давление меняется. Ну вот, а так я же не доктор, поэтому не знаю. Состояние у него должно быть такое, как бы полуобморочное. Там попросить его улыбнуться, у него уголки губ не должны подниматься. Отказывается половина тела, половина, вторая тело, или левая, или правая, вот, не знаю, больше не знаю. Ну, человек не может разговаривать вроде. Честно говоря, не знаю, сколько живу, тьфу-тьфу, пока у меня не было таких признаков. А в прошлом году проходил, вот, как называется, типа медкомиссию, ну, что-то такое, наподобие. Там про это ничего мне не сказали. Знаю некоторые признаки. Значит, это головная боль, паралич, перекос лица, речь нарушена. Ну и походка тоже такая соответствующая. Вот признаки инсульта.